приют для животных в штате Канзас попала сильно беременная чихуахуа, которой дали кличку Лол. Собаку сдал ее прежний владелец, который, видимо, случайно допустил беременность своей питомицы и не захотел связываться со щенками. Чихуахуа была еще очень молодой, ей было всего 18 месяцев, и судя по ее сильно раздувшемуся животу, она вынашивала большое количество щенков. По словам наблюдателей, собака со стороны выглядела, как живой воздушный шарик. Спустя 5 дней после попадания в приют, у Лол начались роды. Щенков помогала принимать волонтер Ребекка Тейлор. Роды у маленькой Лол были затяжными и нелегкими. Она рожала всю ночь, и к утру возле нее на подстилке лежало целых 11 щенят. Для Ребекки и других волонтеров это стало шоком. При этом все щенки Лол оказались здоровыми и крепкими, что тоже было чудом. Ветеринар подтвердил, что щенки в отличном состоянии. Лол и ее щенки еще не менее 2 месяцев находились в приюте под присмотром волонтеров, потом им начали искать постоянных хозяев. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.